В округе прошел открытый турнир по боксу «Люберецкая перчатка». На соревнования приезжают боксеры со всего Подмосковья 12-й год подряд. Подробнее в репортаже моих коллег. Впервые турнир состоялся в 2012-м. Последние 4 года его проводят в память о мастере спорта СССР Александре Сидорове. Люберецкий тренер воспитал не одно поколение спортсменов. Александр Сергеевич – это личность вообще не только городского округа Люберца, Московской области, это личность федерального масштаба. Мы, как ученики его, гордимся именно этим турниром, и мы все стараемся, как единое целое, быть сплоченным, особенно именно в этот день. И очень приятно видеть, что с каждым годом участников становится все больше и больше. Мы гордимся нашим тренером. Роман Илюшенко отстаивает честь Красногорска. Боксом занимается 3 года. Выносливость, быстрота, скорость удара и отработанная техника передвижения по рингу дали преимущество над соперником. Я готовился к бою довольно-таки долго. Вот, в Люберецкой перчатке участвую первый раз. Вот, соперник был такой нормальный. Но я в бою чувствовал, что перебиваю его. И пытался как-то более на дистанции держать его. Вот, и просто выполнял работу, которую говорит мне тренер. В турнире встретились как опытные боксеры, так и начинающие. За городской округ Люберцы выступили более 40 спортсменов. Илья Браковенко на турнире «Люберецкая перчатка» впервые вышел на профессиональный ринг. Я занимаюсь 3 месяца, это мой первый бой. Не знаю, что пошло не так, дыхалки не хватило. Соперник был сильнее, но я в следующий раз подготовлюсь и выступлю лучше. Кубинский боксер Рейнальдо Чарон Гевара 2 года назад переехал в Россию. В престижных соревнованиях теперь выступает за Люберцы. Сегодня, наблюдая за молодыми боксерами, Рейнальдо обратил внимание, в округе много перспективных бойцов. Нравится то, что это мальчик, делает бой, это похоже, я знаю, моя страна, когда я на Кубе, я занимался бокс, когда маленький, это очень хорошо. Это можно дальше, они можно чемпион, лучше, очень классный бокс, и я потому что я здесь, это моя страна, моя город, потому что я люблю Люберц. Соревнования по боксу «Люберецкая перчатка» памяти мастера спорта СССР Александра Сидорова объединили более 220 спортсменов от 12 лет. Луиза Игиазарян, Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.